Облака те совы растворяйся, на конях, на санях гости выехали, им хозяин женой низко кланялись, со двора повели в светлую горенку. Перед спасом святым гости молятся, за дубовый стол и за набранные на дубовых скамьях сели званые. Хромойте сиёй принаряжена, молодая жена чернобровая, обходила вокруг с поцелуями, разносила гостям чашу горького. Сам хозяин за ней брагой хмельною из ковшей березных родных почует, а хозяйская дочь медом сыченым обносила вокруг с лаской девичей. Гости пьют и едят, забавляются от вечерней зари до полудня.